Всем здорово, с вами Грау, и я, в общем, уже набегал несколько дублей по этому уровню, я даже не знаю, как с чего лучше начинать, но суть в том, что тут есть арквайлы, да, вот уже еще один дубль, здравствуйте, дело в том, что тут есть арквайлы, арквайлы у нас вот в тех решетках, их не видно, то есть идея следующая, открываем, стравливаем, как умеем их всех, ага, охуенно. Агрим, как умеем, всех, кого умеем. И все. И отходим. А как? Откуда мне прилетело только что? Вот из той решетки, что ли? Да, из той решетки, заебись. А это значит, что надо... короче, есть вариант следующий. Разъебать сначала клавиатуру в боковых решетках. Для этого нам подойдет... ну, скажем так, по паре запов СБГ в каждую. Ебать, прилетело в спину мне. А еще я просрал как минимум одну бэвгу. Так, где он следующим образом? Раз. Ага, заебись, прилетело. И теперь добавим еще вот такое. Как говорится, взять немножечко укропу, сунь туда кошачью попу, да? Не надо меня испепелять, падла. Интересно, Арквайл еще живой? Хоть в одной из решеток. Судя по всему, не очень, вы знаете. Вот бароны, они поживучие будут. И, наверное, для начала посчитаем это нашим достижением. То есть, сейваемся. Двух арквайлов уже нету. Нам сейчас задача перехуярить арквайлов. Дальше можно продолжать уже с чего-нибудь другого. Соответственно. Раз. Два. Я думаю, арквайлы были именно там. Вот, блядь, бегает падла, да? Бегает. Ну, пусть они подерутся там друг с другом. Выродки. Где-то я одного не убил. О, слушайте, там уже паучара упал. Ну вот как-то так это и проходит все, сракобестие. Оп, прилетело, значит. Нам надо вычислить, откуда он палит меня. Пускай методом проб и ошибок, но тем не менее. Так, паук упал один, заебись. Вот, прям сразу палит. Если слева решу... А ну. Вот оттуда, прямо палят, пидор. Ага, мы его увидели. Хорошо. Надеюсь, я в него попал. Пошел вон, выродок. Ебать, палят он уже, палят. А ну, все подпали, пес. Можно сейчас еще ракеток туда нахуячить. Охуенно, я сказал туда и ебанул в фонарь. Вы заметили, я думаю, эту непростительную ошибку. Так, пособираем оружие пока. Нет. Где там еще? Педики, испепелители. Ага. Так, там есть. Ждем. По-моему, я слышал, как арквайл один упал. А, ой, так жалобно. Бедненький. Ой. Ой, нахуй. Ага, значит, в правой решетке все-таки есть еще один пидор. Увидеть бы его. Слушай, их там еще овер дохуя. Знать бы, в кого я попадаю каждым из выстрелов. Ебать, прилетело.
Увидеть бы, кто там остался. А то я ракеты трачу, а кто там остался, не вижу. И это немножко напрягает. Ой, как я их неплохо стравил-то в чем-то даже. Ой! Маневрейшн! Так, прилетело. Все понятно. Он зашипел, пидоры. Испепелитер херов. Оп. А тут шарик, да, лежит? Это мы запомним. Да-да, вы будете смотреть именно сейв-лоды в этой серии, если вы еще не поняли. Это такая серия будет, в общем. То есть можете сразу на следующий уровень переключать, если не нравится, потому что как минимум пол серии пройдет именно в сейв-лодах. Ну, это из-за специфики уровня, если вы еще не поняли. Из-за того, что в этой будке, скажем так, заключен. В каком-то смысле. Так, знать бы, кто там остался. И где. Ой, блядь. Да ёбаные ракеты, блядь. Rocket Hole. По-моему, ни в кого не попал, не поверите. И сейчас я тоже ни в кого не попал. Поразительно, получается, там уже никого нет, что ли? Охуеть. Ну что, значит, пришло время кибера гандонить. Давайте из бумстика постреляем, что ли. Вон, видите, огонь горит. А во лбу пизда горит. Кстати, можно с кибером повоевать? Почему бы и нет? До свидания. Я передумал с кибером воевать. Ой, блядь. Ебать, прилетело. Да, это надолго серия-то. А может, наоборот, ненадолго. Сейчас увидим. Может, я ошибаюсь? Так, тут цело много. И тут цело немало. Так, упал еще один... Еще один упал паук, если кто не слышал звук, то упал один паук. Еще один паук упал. Пошли вон, свиньи. Я съебываю. Я отсюда съебываю. Я думаю, я вот так вот буду выбегать, их чуть-чуть стравливать, чуть-чуть пизды получать. Но тем не менее. Попердывать. Как наперсток. Хотя вот свиней этих было бы хорошо, если бы, да, кибер побольше выпилил. Ой, шарик я пока не планировал подбирать. И так далее, и тому подобное. Подойное. И тому подойное. Это чё? Это ССГ? Это пускай лежит пока. Я даже не знаю, с кого лучше начать, как вот выбежать, так чтобы не просто туда так туда-сюда не бегать, а выбежать с пользой. Бах, 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 да? Ланкубус выстрелил в меня. Ланкубус именно. Ой, блядь, да ёбаная ты свинья. Кстати, можно начать свиней гасить уже. Вот кого-кого, свиней точно самое время отстреливать начать. Выбегать и двушотить. Пилить некогда, а двушотить есть когда. Можно и по киберам подвушотить тем временем. Почему бы и нет? Тем более, что те киберы, они в низине как бы находятся. А значит, что... Мы ничего не теряем. Да, то есть Арквайлы, я так понял, вроде как упали, или почти все упали, или большинство упало. Блять. Больно. Несправедливость!
Да ну нахуй, оно летит со всех сторон, конечно, тут не сманеврируешь. В общем, самый лучший маршрут остается следующий. Я выбегаю, стреляю. Блядь, что-то оно быстро летит. Я выбегаю. Я стреляю. Я стреляю. Я стреляю. Я забегаю. Ой, вернее, я делаю такой финт ушами и забегаю. Сохраняюсь. И так повторить один раз. Там, возможно, никого уже и нету. Слушайте, можно бегать и киберов мочить. Почти невозбранно. Заебись идея. Мне аж понравилось. Спустя иное количество дублей забежать вот сюда и все. И опять сохраниться. А чё, смотрите, неплохо карта проходится. Так, вот там барон был, я видел. В долю секунды, когда мне все-таки его показали. Ай, блядь, и вот я умер. Оттуда стрелял, выродок. Ой, блядь. Сраный манг. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать? Сука! Как он мне в ебало так четко попадает? Все, один упал, урод. Ебать, еще один упал, урод. Да ебать, как она быстро летит у него. Я что-то всегда считал, что... Или я успею... Не... Да, я, наверное, не успеваю затормозить просто. Ладно, сейчас мы его выпилим тогда. Будем дальше с киберами воевать. Ага, баран упал, то есть... То есть баран падает. Ага, есть такое дело, и меня убивает кибер, сука. А что, он снизу простреливает таки себя? Ага, есть. Так, убили барона, сохранились. Так, отсюда не лучшая позиция, чтобы стрелять. Я уже понял. Заебись. Бля, там еще по диагонали киберы стреляют. Вы видели? Слово Таяка. Пора забегать в свое укрытие. Бомжатское. Отлично. Так, ну у меня 3 шота всего осталось. 3 шота из шота. Скоро придется на более подножный корм переходить. Хотя, стойте, там же ж патронов дохуя. Сейчас мы глянем, сколько на ракетницу у нас имеется. Или нет. Или да. Да-да-да. Рюкзаки. Ой, блядь. В смысле, рюкзаки в бой. Взяли рюкзак, посмотрели, сколько чего надо. Посмотрели, что плазмоцел рано еще брать, пак ракет можно сколько угодно брать, шелзов много можно взять, и ящика с патронами всего 2. Соответственно, сейчас мы выходим, берем пару ящиков с патронами, штуки 4 ящика шелзов и ракет сколько угодно. А сами берем пока. Так, ну нет, не-не-не. Киберов мы достреляем уже так. Просто посмотрим, что у нас вот тут. Блядь, только сказал, не надо брать целс. И взял целс. Заметили, да, я думаю, вы? Так, нормально, думаю, будет. Отожрались.
Посмотрели на патроны. Пошли дальше воевать. А кто там? Где я там слышу огни горящие? Кто там огни зажигает? Фаер-шоу я не заказывал. Сейчас мне в пердак засадят. Огромный коричневый хуй. Несколько раз выстрелили. Не жалеем. Не жадничаем. Сохраняемся. Киперов бьем из двустволки, как и советовали нам. ЗБС. Есть! Сохраняемся. Минус кибер, плюс сейв. А ты знаешь, что ты тоже следующий, что ты следующий, так сказать, мудила? Готов. Пацан сказал, пацан сделал. Интересно, эти свечи равноценные. Так, смотрим, что нам сколько берет. Ебать! Это что было? О, арквай упал. Это ценно тоже. Это тоже повод сохраниться. Там еще кибер. Блять. Нормально. Еще одну берем пачку. Ну вот уже пачки начинают на респе заканчиваются. Так, ну патроны у нас сейчас почти фул. Надо подумать о тех животных, которые еще не спасены. И спасти их. Как всегда, дробовик боль. Ой, блядь. Ебло топок. Ой, там еще целс есть. Так, а что его вообще тогда задеть? Посмотрим, сколько там чего. Там один целс. Я вам больше того скажу. Ой, ой, ой. Так можно хитов лишиться, а не только девственности. Прячемся пока. Пока хиляемся аптечками. Пока нет нужды брать. Супер. Черти всякие. Чисто уровень, чтобы пострелять. Блять. Блять, пострелять. Кстати, я там видел где-то красный ключ. Это какая жирная псина по мне ебанула? Мое? Мое. Ой, скелетики. А где это там скелетики вышли? Пошли нахуй. Серуны. Ебать. Вы серьезно? Хорошо, что тут крепость есть на респе. Плохо, что они в нее могут подняться. До свидания. А как же их выпилить? Я что-то не ждал такого сюрприза. Вообще их стравить. А что я гоню?
Самое время съебываться. Да, только далеко не съебешься с таким... Не, вообще лучше будем их по одной открывать. Я думаю, что не надо их сразу лишние открывать. Мне от этого, не, ну, лучше не будет их бить. Охуенно, блядь. Да, что-то не все так просто, как я надеялся. Вернее, я-то уже и не надеялся, что будет просто. Это же Вендетта. Придется цикличными движениями, круговыми, как Аднус массировать, знаете. Потому что иначе действительно нашему Думгаю Анус кое-кто промассирует. Так, вот уже и аптечки на исходе. Пора начинать экономить сие чудо. Да, все, аптечки закончились. Ёбаный песос! Сколько тут этих ракет летает? Что за хуйня? Откуда тут столько ракет летает? Не будем мы никого стравливать, я так подумал. Нахуй оно надо, это вот дерьмо. Ой, я зря, наверное, сюда спрыгнул, да? Так, заебись. А зря спрыгнул, так и действительно. Ну что, все познается методом проб и ошибок, так сказать. Да заебали вы из меня хиты выбивать, сволочи. А ну, скотина. Да заебет. Давайте сделаем проще. Проще, блядь, пиздец. А что там бароны не упали? Аптечки закончились. Заебись. Сейчас начнутся пауэрапы. Там никого не осталось? Я не пойму, что там. Ебать, я скелетов случайно открыл. Какая прелесть. Еще не сохранился. В который раз уже забываю. Пора брать плазмопаки. Хорош! Заебись, отожрался. Зайти надо сохраниться, а то что-то, блядь, сильно много дублей иначе получится. Заебись. Все, убили эту пачку, ушли, сохранились. Не надо сильно жадничать.
Так, вот теперь дохуя скелетов меня ищет. Почти смог. А как же их вылупить оттуда? Ну хотя их можно пятеркой повыбивать. Никто не мешает. Пятерка в этом плане может даже лучше. Хотя смотря откуда стрелять, видимо. Да ебать! Это как так? Наверное, я спешу сильно. Ебать, ракета долетела. Скелетовская ебучая. Шо-шо-шо-шо, кто стрелял? Откуда стрелял? Вот ты стрелял, да, говно? Есть там еще кто-нибудь? По-моему, есть. Или нет? Блядь, все забыла, что у меня с этой стороны еще скелетов гора. Так, ну что, значит, тем более их надо выпилить. Только как их выпилишь? Патронов на ракетницу не очень много, а патронов на бэвгу достаточно, но... Они ж не будут ждать, пока я бэвгу заряжу. Как же быть? Может, чуть-чуть похиляться стоит? А почему бы и нет, кстати? Это, если честно, я, по-моему, очень много хитов потратил. Больше, чем надо было. Ну, похуй. Зато я их там вроде как стравил с той стороны. И потом манкубусов выпилил. Не, есть в этом смысл определенный. Не, вот в этом уже не было смысла. Так, сука, хоть с 90 хитами не выживешь. Кстати, интересная тактика, если бегать и прыгать в телепорт. То есть, там я выстрелил несколько раз, два, три, и прыгнул в телепорт, и съебался. Прокатит такое? Да прокатит наверняка. И зашел вот сюда, отдышался, и опять точно так же. Тут бы до телепорта только добежать. Да, да, смотрите, я вот так сейчас выбегаю. И в телепорт, и съебки отсюда. В принципе, с расчетом на то, сколько я хитов потратил, выпилил я на порядок больше. При таком движении. Ну, почти добежал, подумайте. Ревики, ревики, бля, почти получилось, кстати, им за спину зайти. Все почему? Так, ну, в принципе, нормально, подумаешь, патроны потратил. Патроны не хиты. Хотя, когда патронов нет, начинают тратиться хиты, это все знают. Заебись, сколько этих
скелетронов только что полегло за короткое время. Это аж душу греет. Тут этих можно как бы из шотгана добивать даже, я так думаю. Не постыдно будет. Блять, все забываю, куда он телепортанет. Гоню, короче. По-моему, только что бэбгу просрал. Так, а эта хуйня пусть еще догонит меня. Так, ну, кстати, ревики с этой стороны закончились у нас. А это огромный плюс. Потому что теперь можно просто безнаказанно взять и разъебать вот этих ребят. Они в своей канаве нихуя не смогут особо противопоставить. Все. Так, нормально. Ага, большая аптечка. Будем это рассматривать именно так. А что внизу? А внизу аж на нихуя. Так, тут что-то есть еще у нас интересное? Может, тут какие-то секреты? Один из одного секрета. А, секрет в том, что я в этот уровень зашел. Заебись. В этом есть определенный смысл, впрочем. Так. Подстрелил. Сохранился. Давайте, знаете, куда? Ну, вот сюда уже можно. Так, что можно отстрелить из бэвки? Что не жалко? На что не жалко нынче бэвгу тратить? Я вот смотрю и думаю, вроде бы на все жалко. Хотя... Там он кибер ходит, вот на кибера не жалко, например. Та ебать, попался, как мудила. Что ж ты будешь делать? Порой лучше отстояться постоять, да? Наверное, да. Все нормально. С этой стороны ни хера не осталось, больше туда не бегаем. Ха-ха-ха! Я даже в последний момент увидел, как меня сейчас ебанет ракета. Бля, лишнее взял патроны, дурак. Ну хотя чё, дурак и чё лишнее. Выбежал просто вот так, спустился. Ебанул кому-нибудь в табло. И все, и уже не лишнее. А взял бумстик. Киберу. Или вот этому барану. Бух! Отошел. Собрал уже все патроны, что тут есть. И уже рад и счастлив. Да блять! Так, тогда стоим, ждем. Вон, видите, новые три ракеты летят. И вот еще три ракеты. Пора в наше укрытие. Ну, такой, на самом деле, не самая интересная серия получается. Но раз уж мы открыли Secret Level, его надо пройти все равно. Глупо было бы его не пройти. Так, есть. Есть тупичок. Есть тупичок. Бухнула там ракета. Бухнула, наверное, бухнула. Блять! И жопа моя бухкнула заодно. Ебать, что он живучий такой? Ох, ебать, там еще патроны на бэвгу и еще. И кибер ходит. Выхаживает, как петушок по наследству. Ебать. По-моему, только что из меня сделали петушка на насесте. Ну ладно. Исправим это горькое недоразумение. Максимально оперативно. Нормально. Хорошо пошел. В
будем считать это уже свободной охотой такой. Вот тут более-менее сейчас безопасно, кстати, сразу за углом. Кстати, что там говорится про Чайнган? Вот и я о чем говорю. Так, нормально. Вот тут меня никто не достанет? Ну, вроде как. Чё я не стреляю шестеркой? Ой, я на оборону наступил, да? Как мило. Бедного барончика. В самый раз. Говорят, они хитастые, ну вот, значит, не жалко. Сука. У меня хиты последние, что ты делаешь, животное? Скотина, педоры. До свидания. А, кстати, уже шатшелсов на уровне-то нету, наверное. Так что хватит ими стрелять. Один плазмоган остался. Ну, вернее, да, не БФГ, а именно плазмоган. Так, нормально, пучком. А он ракет сколько? Нихуя себе! Если бы я раньше знал, я бы ими стрелял. А, хотя не факт, что это значит, что уровень закончен. Пока что только 290 из 404, то есть сейчас еще откроется что-то. Правильно я понимаю? Интересно, что с теми киберами делать? И, кстати, да, пора уже вот эту вот супер аптечку везунуть. Самое время. Что ты писюнами своими коричневыми палишь? Лови, выродок. Может, тебе ближе подойти, другалек? Лучше отойти, лучше подальше. Ой, ну хотя да, нормально. Не лишнее. Так, семерку он убрал из рук, потому что патроны закончились, я правильно понимаю? Так, осталось 3 целпака. Или не 3, сколько еще у нас? Сейчас посчитаем, сбегаем. Как я их целками нежно назвал, да, недавно? А, ну тут вон еще осталось. Ну да, тут еще дохуя целок. И тут еще столько же. Ебать. Можно было издали закинуть, можно было не подходить к ним. Короче, целок нормально еще. Пошел в пизду. В целку. Проверяем. А чё он не падает? Неужели лучи не попадают? Или они не фокусируются на таком расстоянии? Что-то он жирный какой-то. Пидр. Да не, мне жалко столько боеприпасов. Нахуй я в него, вернее, стреляю с такой дистанции, если оно мало эффекта имеет. Вот с такой дистанции самое то, по-моему. Ага, все. Заебок, сохраняемся. So a bok. Ой, я что-то не учел, что он может тоже в меня выстрелить. Совсем охуел на старости лет. А что я стою терплю? Давайте из автомата постреляем по нему. Хотя, кстати, а чё из БФ, если тогда уже из плазмомёта есть смысл стрелять? Все, заебись. Нормально, я думаю, я нормально все сделал. Так, ну теперь осталось понять, куда нас два телепорта ведут. И ведут ли они нас туда, куда можно будет, откуда можно будет сюда вернуться. А, они нас к киберам ведут, окей. Хорошо. Причем они нас ведут сразу на эту штучку. На пиндюрочку эту. Какое слово интересное, пиндюрочка.
Так, хорошо, куда мы еще можем сходить на этой карте? Ну, будем считать, что я перелетел. Ну и тут я побывал, к примеру. А где еще монстры-то? Где я еще не был? Вы правда хотите сказать, что мне сейчас назад и за спину возвращаться? Ебать. Бля, правда назад. Не поверите, но на мне правда назад. То есть мне кибер, а кибер умер. Сейчас чуть-чуть прохудимся еще, тогда возьмем эту хуйню. По-моему, лишнее потратил. Я надеюсь, нас назад подымут потом. О, бля, ебись ты провались. Самое время бежать быстро. Что-то я зря сюда выбежал, короче, я понял. Что-то я охуевшее сильно поступаю. Ха-ха, можно было одной БФ отделаться. Ну ладно. Так, а вот тут вот как быть, надо понять еще. И можно ли будет назад подняться потом? Ага, вот так вот, значит. То есть лифт достаточно сложный, но рабочий. Хорошо, если он рабочий, то пошли воевать. Нам сейчас задача максимально долго продержаться на бегу. И максимально много забрать сейчас сходу из Берги. О, блядь, вот видите, недолго продержался. И сразу тут сохранится уже на двенашку, потому что, чтобы уже не ждать потом второй раз. Куда, куда лифт сейчас? Ну, допустим. Ну, почти получилось, стоит только разница, что я не учел, что мне как бы надо будет куда-то успеть спрятаться. А еще с тем стоит разница, что я не учел, что у БФ есть лучи, которыми я сейчас не смогу воспользоваться, если я буду за колонной стоять. Я так понял, издали они не дохуя работают, да? Смотрите, когда я ближе нахожусь, они лучше намного лупят. Хуёво, что-то у меня получается. Этот файт. Так, вот тут надо не стоять, не собирать плюхи ебом, я понял. Ой, как сколько мне поприлетало, откуда это все прилетело, только что, если я, грубо говоря, за заборчиком уже стоял.
А, так эти скелеты ёбаные, они простреливают над заборчиком. То есть их в натуре надо вальнуть по-быстрому. Вот еще пидорасов сколько выбежало, да? Правильно я понимаю? Ну, кстати, шансы есть. И всех делов, да, я, грубо говоря, и замес порежу. Вообще, Alien Vendetta нихуёво учит пользоваться БФГ. Вроде как мы этих пидорасов всех, супостатов ёбаных, перестреляли. Где этот петух, блядь? Откуда он лупит? Арквайл ебучий, откуда он лупит? Так, кибера избегаем, понятно. Откуда, блядь, монстры новые добавляются? Подождите, а чё, их же вроде немного, сотня всего. Че я заднюю включаю? Так, раз. Где там еще целочки? Заебись, по-моему, место. Сохраняемся вот тут. Сейчас нам надо оперативно перебить всех вот этих пейнов. Да. И все, что они понавысирали. Потому что если это не сделать, то они высрут еще больше. А все остальное уже потерпят. Ох, ебать. Киберы как раз потерпят. Хотя можно пейнов вот так перебить вообще. В наглую. С другой стороны, БФГ кажется в данном случае более выгодным оружием. Вот где целки пошли в бой. Только хитов не хватило, сука. И хитов опять не хватило. Какое тут место уютненькое. Там хоть пейны сейчас не насрут, говна. Я надеюсь. Да, в принципе, тут вряд ли кто-то выжил всерьез. С кибером можно и пофайтиться.
Ой, блядь, под пердак залетело. А кто палил? Ты палил, пидор? Там же ходит, да, по-любому, гандон какой-то. Ой, сука! Ты туда, а меня нету, да, гандон? Есть? Так, тут тоже никого нет. Сохраняемся. А как я не увидел огня? Почему? Ой, блядь, кибер ебанул. Да что ж такое? Что ж мне так везет? Можно было столько паков не брать, кстати. Хотя нет, как раз все их и надо было взять. Раз, два, три. Раз, два, три. А теперь... Сука, он меня пасет на выходе, ты прикинь? Ёбаный картас. Да, блядь, как ты заебал, сука, урод рогатый, быдло ёбаное. Дайте я его просто убью. Да, он меня просто убил. Чтоб я не выебывался. Да заебал, кто ж меня убивает, блядь? Почему он меня так быстро убивает? Сейчас мы отойдем в безопасную область. Возьмем ракетницу. Она же пердольница. Да ебать! Какого хуя? Короче, заебал, мне не нужна ничего. От Арквайла надо, блядь, съебаться. Откуда Арквайл, сука, выпекает меня? Он меня в натуре уже допек, пидор. Вонючий, сука, мудак. Белобрысая, сука, псина. Ёбаная, сука, бледнолицая падаль. Шо ты, ебальник открыл свой? Лосол, сука, сраный. Ебать. Отправил я лифт. Самое время, кстати. Да заебали эти писюны коричневые! Козёл, ебать, лосовые, как они, сука, бесят. Вот именно тем, что они бесполезные такие, но, блядь, летит. Летит оно на тебя, летит нахуй. И шо? До свидания. Мы и ракеты реализуем, и ядерный потенциал страны реализуем. Все реализуем, блядь. Гандон, сука, рогатый. Какого хуя ты внизу здесь оказался? Расскажи мне, братан. Чё у меня до сих пор не берется бэвга? Сука, козёл, блядь. Чё ты там вынырнул, выродок? Пока можно с Аркваром не воевать. Сейчас вот этих пидоров перебить сначала надо. Рогатых скотов, блядь, всяких. Все, нет быка. Нет быка. Заебись. С той стороны еще столько же ракет, да? Это хорошо. Пошли тех казнить, уродов. Все, ни Арквайлов, ни киберов, нихуя не осталось, правда?
Какое счастье, какая прелесть. Как они мне все надоели. Осталось киберов еще как-то убить, блядь. Ага. Ты его только убей в этом маленьком пространстве. Кстати, вот хороший вопрос, как его в маленьком пространстве убивать теперь. Так, ну вот этого быка я вижу на убой. Скотину тупую. В принципе, кибера можно отсюда выхуярить. Хотя это не очень удобно будет. Да и расходно как-то. Так, один есть. Остался последний монстр, ребята, и мы эту карту заканчиваем. Сумасшедшую. Иди в жопу с коричневым писюном своим на пару. Друга своего прихвати, сука. Искусственного. Сколько, блядь, тебе дури. Все, закончились? Заебали, правда. Ну вот уже они мне надоели. Я не люблю такие трэш-карты с избытком монстров. Но, так знаете, чисто пострелять, оружие нафармить. Ну, хотя, что его тут нафармишь? Выше крыши не унесешь. Потом сейчас бегать полчаса, собирать теперь везде, где в пауэрапы какие завалялись, тоже не особо мне хочется. Но я это сделаю, потому что выходить из карты, не собрав все пауэрапы, как-то, ну, глупо, как минимум. А плазму всю собрать я соберу. Не буду я ждать второй лифт, вы, извините, как бы. Но я ничего крамольного не сделал тем, что прыгнул в этом месте. Просто ускорил окончание, так сказать, прохождения этой карты, не более того. Я думаю, со мной сейчас все согласятся. Просто аж жалко вот эти мегасферы сейчас собирать, после того, как я, да, если бы я знал, как карта сбалансирована, что тут реально всего жопой жуй, я бы не мучился, я бы их раньше взял. А так, ну, видите, ракет куча осталось еще не взятых. Ну, целсов, ну, не сказать, что так много, хотя тоже много. Потом, вот тут у нас была, да, мегасфера. Вот там была такая же мегасфера. Сейчас пособираем из-под киберов мегасферы. Да, жалко. Столько добра можно было действительно по-другому изнуть. Ну, похуй, я сам виноват, что я так по-еврейски всегда мапы прохожу. В принципе, жалеть тоже особо не о чем. Единственное, что знал бы, я бы на дробаш столько патронов не юзал. Ну, а в остальном все нормально. То есть, если бы сейчас бы на дробаш залежь патронов где-то найти, я был бы вообще счастлив. Но я думаю, я их не найду. Да, я их вряд ли найду. Ну, на все остальное у нас более-менее нормально с патронами. Хотя, может, я не вижу что-то, может, тут на дробаш где-то патроны есть. Опять же, вопрос с кислотой, что там она жжет, там не жжет, ну, как бы это... Немножко вызывает вопросы. Почему там кислота жжет, а тут не жжет? Почему это, ну, как бы... Я не знаю, где по ней можно пробежать, где нельзя. Чушь какая-то. Ну ладно, карта и карта, прошли и прошли. Я думаю, что серия не самая длинная, на самом деле, получилась. Что, блядь? Какого хуя? А рядом там есть выходы еще какие-то? В соседних, так сказать, коныгах? Не, нету, да? Ну ладно, мне и этого хватило. На 7... Всем спасибо за просмотр. Каких-то итемов я не поподбирал. Не знаю каких, если честно. Вроде бы все собрал. А как я его не убил? Ну ладно, это все не суть. Это мы в следующий раз заново начнем. Ссылка на плейлист будет в описании. Всем до следующей серии. Всем пока. Все.